Привет, дорогие подписчики моего канала, а также вы зрители. Сегодня я хочу вам показать свои покупочки для творчества, которые я сделала в магазине Домовенок. Сразу же хочу сказать в начале видео, что все ссылочки я оставлю в описании, поэтому проходите и заказывайте. Шла я в этот магазин целенаправленно, мне нужны были цветы, а если быть точнее, то каалы для заказа. Купила каалы там недорогие, 5 рублей штучка. Я взяла 12 вот таких вот белых каал. Выбирали мы с девушкой, а точнее девушка выбирала мне специально те, где не видно клея, получше, потому что там были очень такие, знаете, страшненькие. Поэтому 12 штучек я взяла таких беленьких. И по 2 штучки взяла розовых, персиковых и красных. Вот такие вот у меня есть теперь каалы. Также мне моя сестренка, моя Юлечка, любимая, отдала мне свои каалы. Как вы видите, здесь тоже есть белые, красные, сиреневые и такие нежно-нежно розовые. Большое-большое тебе, Юлечка, спасибо. Еще раз повторюсь, каалы шли 5 рублей штучка. И также я купила вот такие вот 4 штучки, 4 букетика тычинок розовых. Вот такие вот они классненькие. И тоже они, не поверите, стоили 5 рублей штучка. Также я купила вот такой вот распарыватель за 30 рублей. Доставать я его из пакета не буду, потому что сама упаковочка такая, как знаете, маслянистая. И в руках не очень приятно держать эту упаковку. И также я купила бумагу. Бумага там идет по 25 рублей 30 на 30. Ну и, конечно же, выше. И 15 на 15 тоже есть бумага. Но я взяла только 30 на 30, чтобы добить до скидочной карточки. Хо-хо-хо. Теперь я обладатель скидочной карты магазина Домовенок. Значит, первый листок, который я хотела вам показать, это вот такой вот листочек от Еремеевой Ларисы. Это, скорее всего, дизайнер чип-арт. Называется он «Мужские штучки без кислоты и лигнина». Что мне понравилось, этот листок, он идет как глянцевый. К сожалению, камера, наверное, не передает, но на самом деле он как бы на солнце поблескивает. И такой листочек стоил всего 25 рублей. 25 рублей он идет односторонний, очень приятный на ощупь, такой, знаете, гладенький-гладенький. Дальше я взяла вот арт-узор, вот такой вот сладенький листочек с различными напитками. Формат тут не указан. С обратной стороны у нас кексики. Вкусные кексики. Очень классно. Взяла я ради... Не знаю, ради какой стороны, просто понравилось. Также я взяла вот такой вот листочек от Мистер Пайнтер. Коллекцию я не помню. У меня есть подобный листочек, но для девочек. И вот я здесь увидела для мальчика и тоже решила взять. С обратной стороны у нас полосочки. Следующий листочек, который я взяла, вот такой вот. Тоже от Мистер Пайнтер. Коллекция, к сожалению, я не знаю. Но что-то связанное с садами. Взяла я именно ради вот этой вот стороны со скворечниками. С обратной стороны у нас вот такая вот садовая тематика. Конечно, можно здесь отдельные элементы повырезать, либо сходить еще приобрести, чтобы можно было использовать и эту сторону, и эту. Но взяла я, конечно же, только ради нее. Также я взяла 2 листочка с Микки Маусами. Вот таких вот. И с обратной стороны вот такие вот замечательные животные. Взяла я, конечно же, ради них. Они мне очень понравились. Здесь у нас и мишки, слоники, жирафики, самолетики, бегемотики. Очень классно. Мне они тоже очень-очень понравились. И последние листы, которые я вам хотела бы показать. И последняя моя покупочка. Это вот такой вот, такие вот 2 листа с Винни-Пухом американским. Здесь у нас написано «Самый лучший день». Взяла я опять-таки не ради этой стороны, а ради вот этой стороны. Посмотрите, какой тут очень интересный, красивый рисунок. Цветочки, бабочки.
Что за фирма, я, конечно же, не знаю, потому что, как вы видите, здесь информационная полоска абсолютно пустая. Поэтому вот такая вот красота у меня теперь есть. Еще раз хочу поблагодарить магазин Домовенок за огромный выбор товаров как для скрабукина, так и для других видов творчества. Что мне нравится в этом магазинчике, там можно из целого набора бумаги взять какие-то определенные листы. Ссылочки на всех я оставлю в описании. Поэтому проходите, заказывайте. Очень приятные цены, большой выбор товаров для любого творчества, еще раз повторюсь. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем творческого вдохновения. Пока-пока, ваша Аня.